По информации Луганск-информцентра, значительных изменений стоимости основных потребительских сортов хлеба в ЛНР не будет, сообщил исполняющий обязанности заместителя председателя Совета министров Республики Александр Дробот. Окончательно определить цену на хлеб сейчас практически невозможно, потому что идет уборка урожая, который окончательно можно оценить, когда он будет лежать в закромах. Но тем не менее, постановлением Совета министров мы выставили граничные цены, которые немножко выше, чем в прошлом году, отметил он. Ведущие хлебопеки в республике заверили правительство ЛНР о том, что резких скачков удорожания основных потребительских сортов хлеба в Луганской Народной Республике не будет, сообщил Дробот.